Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Внешне человек показывает практичность как ширмы для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Бывает, что окружающие не понимают их и нередко упрекают в гордыне, надменности и черствости. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические и художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. Звук «Ф» в этом имени воспринимается на слух положительно. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях и сообщают характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Люди с буквы «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Эти люди могли бы без труда достичь успеха и накопить состояние, занимаясь бизнесом, но такого рода карьера не принесет им удовлетворения, поскольку их важной целью и всепоглощающей внутренней потребностью является поиск истины и совершенствование своего «Я». Носителю имени не придется заставлять трудиться. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Из негативных моментов у людей с этим именем можно назвать эгоизм, цинизм и высокомерие. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.